Всем привет! Подкачать колеса своей хундочки. Так, и значит, как я это делаю? Качаю колеса. Во-первых, нужно, чтобы был как минимум манометр. Манометр можно, конечно, самый простецкий, но вот у меня манометр вот на таком пистолете подкачивающем. Сейчас положу, одной рукой неудобно. Вот такой подкачивающий пистолет. Сейчас. Это вот у него насадка, которая одевается вот сюда, вот на ниппель, так называемый. У меня пластмассовый колпачок. Почему пластмассовый? Ну, это чтобы, как бы вам сказать, можно было металлический, конечно, повесить. Но я считаю, что пластмассовый лучше, потому что меньше нарушает балансировку, вот так будем говорить. Хотя он там весит микро, то есть очень мало грамм. Ну, груз тоже 5 грамм бывает весит, 10 грамм. Поэтому я предпочитаю пластиковые колпачки. Пластиковые колпачки. И вот при помощи вот такого вот ручного зажима, одеваю на ниппель, который, хоп, одел, и у меня сразу на манометре появляется. Так, надо правильно держать, потому что немножко будет. Вот. Сразу на манометре появляется давление. Вот сейчас вот в данный момент давление 2 очка. Это колесо не нужно подкачивать. Вот этой кнопкой, я могу сбросить, если мне нужно давление. Вот смотрите. Ну, это для видео, как бы я сделаю эксперимент. Вот кнопочка, я сбросил, он из колеса выходит в атмосферу. Скинул давление до 1,5 для видео. Сейчас при помощи вот этого курка, как на пистоле, будем подкачивать колесо. Вот я нажимаю, слышите, да, звук? Это идет воздух в колесо, оно у меня бескамерное. И вот так вот маленькими, как бы, порциями подаю. Я качаю до 2,1. Летние колеса 2,1. Передок 2,1. Задок до 2. Считаю, что мне так приемлемо. То есть машина ведет себя хорошо. Все колеса подкачиваю. Передок 2,1, задок 2. Почему передок чуть-чуть побольше? Ну, он тяжелее. Тут еще находится, кроме того, что водитель впереди сидит, впереди находится двигатель, который тоже имеет вес какой-то. Поэтому передок качается немножко побольше. Это во всех инструкциях. Еще хотел показать вот такую вот наклейку. Это наклейка в том месте, где крепится защелка, ну как, крепление двери. Или как, скобка для того, чтобы дверь за нее защелкивалась. Водителя. У меня машина праворукая, поэтому вот эта вот наклейка крепится в том месте, где водительская дверь, на вот этой вот средней стойке. И вот здесь вот, даже вот здесь вот написано, опять же, качество. Вот шины должны быть 195/60R15. Передние колеса 2,1, задние колеса 2,1. Хотя я сейчас говорил, что я задние 2 качаю. Ну, как я, как говорится, еще старый водитель, советский. На наших автомобилях всегда передние накачивались чуть-чуть больше, там на 1/10 очка. Ну, теперь, наверное, подкачаю. Вот решил посмотреть, никогда не смотрел, но знал, что эта наклейка есть. Вот, 2,1, 2,1. Или все на японском языке, потому что машина японская. Вот. Ну, это на японских машинах. Я думаю, что и на европейских также. Я сильно не заморачивался, не смотрел на европейские. Знаю, что у меня до этого была и Колдина. Ну, и часто машины приезжают, друзей. И я смотрю, у всех есть вот такие вот наклейки. Конечно, если кто-то не ободрал специально. Сколько
какое давление в шинах должно быть, передняя ось, задняя ось. Вот так вот. Ладно, всем пока. Может, кому-то это видео поможет.